Сегодня для приветствия гостей и участников форума мы приглашаем на эту сцену председателя мэра города Ярославля Волочинаса Виктора Владимировича. Заместителя председателя Ярославской областной думы Александра Чего Николая Алексеевича. Оргкомитета форума заместителя мэра города Ярославля, помощника благочинного Ярославской епархии протоиерея Петра Мартынова, Алексеева Сергея Николаевича, заместителя председателя оргкомитета форума, генерального директора выставочной компании «Узорочка». Гостей и участников форума приветствует мэр города Ярославля Волочинас Виктор Владимирович. Добрый день, уважаемые ярославцы, уважаемые участники нашего форума. Я скажу, что он приобрел уже такой международный характер, и приятно, что 170 участников почти на форуме с нескольких стран. С 11 стран. Это здорово. Здорово и то, что вот эта специфическая отрасль, трудно сказать, народного хозяйства, но в принципе сельского хозяйства или здравоохранительного хозяйства, наверное, в равной степени, сегодня привлекает внимание на ярославской территории. Страна живет, когда работают заводы, когда работает экономика. А я хотел бы вот добавить несколько слов. Страна, село в стране живет, когда есть хлеб, значит зерно, молоко и мед. Вот, поэтому давайте делать общее дело, давайте делать так, чтобы пчеловодов было больше, и эта отрасль занимала достойное место в нашей стране. Ну а нашим друзьям, коллегам из-за рубежа мы тоже пожелаем успехов, и, конечно, спасибо их за то, что они делятся опытом, знаниями, рецептурой и товарами. Спасибо. Нас приветствует генеральный директор выставочной компании «Узорочка» Алексей Сергей Николаевич. Дорогие участники нашего форума, очень приятно вас видеть второй раз на многих, второй раз на нашем форуме в городе Ярославле. И я надеюсь, что мы в прошлом году, у нас была достаточно обширная и серьезная работа проведена, и она заключилась в большой резолюции, которая была разослана по всем практически субъектам Федерации, правительству России, и Государственной Думу. Многие откликнулись с положительными откликами, но, конечно, нам бы хотелось, чтобы мы были услышаны правительством нашей отчизны. И действительно, пчеловоды нуждаются в этом, они должны сконсолидироваться. Мы очень благодарны мэрии города Ярославля за то, что они, как властная структура, предложили нам и провести этот форум, и второй год мы его проводим. Я думаю, что благодаря тому, что власть хотя бы в маленьком регионе начинает проявлять большой интерес к пчеловодству, я думаю, что мы сдвинем тот камень, который нам не позволяет развиваться все дальше и дальше. Поэтому я думаю, что если мы в этом году плодотворно обменяемся этим опытом, и наш представительный форум еще раз обратится в правительство и Думу, мы решим те проблемы, в первую очередь, на законодательном уровне. Поэтому хочу пожелать нам всем успеха и пожелать доброго здравия всем. Председатель Ярославского общества пчеловодов Ярославский Пачин, графин Юрий Анатольевич.